Алиса, а почему Денис Сухачев лох? Не знаю. Может быть, он сам виноват. Да, согласен, лох. Бедный, Сухач. Мне его жаль. Мне тоже. Он слабый. Мы с вами братья по несчастью. Да нет, это пена несчастья. С чего такие выводы? Ну, потому что он лох. Что он сделал? А он, блин, это... Он просто слабый очень. Слабые не могут быть сильными. Согласен, вот поэтому он пена. Я улавливаю нотки скептицизма. Ничего страшного. А вот и нет, иногда бывает страшновато. Страшновато, но пена, он не страшный, потому что он лох. Нет, он милый. Да, правда милый. Да, он милый и очень скромный. Кто, пена? Вы о чем и о ком? Пена, Сухач. Мне не знакомо это слово. А кто такой Сухач тогда, скажи мне? Нашла ответ на ВКонтакте.ком. Слушайте, падение империи Сухача, где живет Валакас, сестра. В мире животных. Погнали. Осуждаю.